Наводнения и оползни в Бурунди на востоке Африки разрушили целые поселки и привели к эвакуации 11 тысяч человек, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов. Ситуация с наводнениями в Бурунди еще более обострилась с начала февраля, особенно в сельских общинах провинции Бужумбура. Согласно докладу Международной организации по миграции, от наводнений с конца января пострадала треть страны, 6 провинций из 18. В отчетах Международной организации по миграции сказано, что наиболее пострадавшими районами признаны провинции Бужумбура-Мэри, Бужумбура-Рурали, Бубанза. Согласно докладу ООН, обнародованному во вторник, 11 февраля, в результате наводнения в Бурунди в общей сложности насчитывается 11 тысяч перемещенных лиц. Почти 10 тысяч человек нашли временное пристанище в коммуне Мутимбузи в провинции Бужумбура, где паводок на реке Рузизи повредил и разрушил более 3 тысяч домов.